внимательно со скобки, куда квадрат относится, то и будем возводить. Куда квадрат не относится, туда не возводим. И аккуратно делаем. К восьмерке относится? Относится. Значит, она в квадрате. Корень от 3 относится? Относится. Значит, его квадрат. К 40 относится? 48. Нет. Значит, его без квадрата пишем. Ну и все. Тут, честно говоря, я даже не буду умножать. Я пишу 8 на 8, а это у нас тройка, да? И 48. И просто буду сокращать. 48, я знаю, это 6 и 8. Восьмерочки ушли. Шестерка это 2 на 3. Тройки ушли. Еще можно вот здесь. 4 на 2. Двойки ушли. Все. Внизу все позачеркиваю. Вверху осталось четверка, по-моему. И все. Значит, ответ 4.